Откуда у попов мерседесы? На какие деньги попы строят храмы? Мы продолжаем наши евангельские беседы. Почему в храме торгуют? Почему в храме висят прайс-листы? Иисус Христос был реальным историческим лицом. Пьяный поп на мерседесе, сбивающий рабочих или старушек. Поп на пляже. Хорошо это или плохо? Должен ли быть поп на пляже? Что нам делать? Смириться, покаяться, обратиться ко Господу, и Господь нас услышит и избавит нас от этой моровой язвы. Все сказано. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «С попом обо всем». Я священник Русской Православной Церкви, протоиерей Кирилл Иванов. В прошлом закончил Московский медицинский институт имени Сеченова, 5 лет отработал врачом и преподавателем пропедевтики внутренних болезней, затем закончил Питерскую духовную семинарию, вот уже 20 лет как в священном сане, ныне являюсь строителем и настоятелем храма Пресвятой Владычицы Богородицы, игумени Игоря Афонской в поселке Саперный, Санкт-Петербург. На этом канале я предлагаю вашему вниманию в основном евангельскую тематику. Мы толкуем Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, другие книги Священного Писания. Разрушаем стереотипы о церкви и священстве. Один или два раза в неделю по понедельникам и по пятницам в 21 час я стараюсь выходить в прямой эфир, чтобы обсудить какую-то тему и ответить на ваши вопросы. На канале вы можете найти плейлист «Мысли на каждый день», в котором я предлагаю вашему вниманию какую-то мысль на тему прочитанного из Священного Писания. В плейлисте «Священники шутят» вы можете найти какие-то интересные и веселые истории и притчи, которые помогают понять какую-то духовную истину. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под роликами, предлагайте темы для новых видео в комментариях, делитесь роликами с друзьями. Встретимся в следующих видео. Храни вас, Господь!